Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Moto G30 вставить сим-карту и карту памяти. Для данной операции вам пригодится такого рода инструмент, чтобы изъять слот под сим-карту и карту памяти, который у нас находится на данном ребре телефона. Вставляем инструмент в дырку возле слота, слот выскакивает, и сюда по форме вставляем сим-карту и сюда карту памяти, и затем в том же виде вставляем обратно в устройство. И как вы можете заметить, от меня сию же секунду требует пин-код к сим-карте, что является подтверждением тому, что сим-карта читается, и также появилось оповещение: найдено карта памяти. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.